Друзья, как вы знаете, для многих блогеров каналы – это их способ заработка, бизнес и так далее. У меня так никогда не было, какая-то копеечка капала, что-то я на канал тратил. Но с отключением монетизации уже создается такая не совсем адекватная ситуация, что денег на канал я трачу больше, чем с него приходит. Поэтому я решил собирать донаты и сразу скажу, что даже без донатов видео будут также выходить. И в принципе я понимаю, что это важно в наше нестабильное время, чтобы хоть что-то стабильно появлялось, а именно видео по Варкрафту. Ну, если у вас есть желание и главное возможность поддержать канал, то вы можете это сделать. В описании я оставлю кучу вариантов, можно и с российских карт, и зарубежных, и PayPal, и крипта, вообще куча вариантов. Так что смотрите, кому интересно. Ну и давайте дальше перейдем к видео. Всем привет, друзья, с вами Вадим Дакхаус. Мы, короче, опять играем в Clash of the Kingdoms. Не дождался я новой версии, но реально прикольная карта. То есть у автора есть Kingdom of the Kingdoms, но она закрыта, он хотел ее обновить. Карта запротекчена, он не смог ее обновить, поэтому сделал новую, вот эту вот. Она, в общем-то, лучше. Здесь все вроде как поприкольнее. Но она похожа. Здесь больше бараков у зданий. Что еще здесь? Здесь все обилки автокаст. То есть, ну, нету такой жести, как в прошлой, что тебе надо какой-нибудь хилинг вард прожимать. У тебя 6 пачек юнитов, тебе еще что-то прожимать надо. Здесь еще у вашего героя есть обилки, появляются со временем. У принца. А, ну еще здесь... Да, не у принца, а у героя. Ой, ну да, фу, короче, да. Короче, да. Хорошо сказал. То есть есть принц, если вы его отдадите, вы попадаете в раб. Да, и давайте не строить электростанцию, которая просто взрывает все, что... А, электростанция... Нет, это карта. Это другая карта. Да, согласен. И здесь еще прямые, ну, типа, прямые герои у расы. То есть если у меня гнолы, то у меня герой гнолов. Там были случайные герои, не уверен, что лучше, что хуже. Жду дохода, хочу построить героя уже. Наверное, с этого дохода не смогу что-нибудь построить. 95 голды, блин, косяк. Я за 80... Я вот прокосячил с доходом. Как? Я что-то... Ну, я провтыкал, я думал, что капнет, и я построю барак, а потом понял, что эта карта другая, и секунда в секунду не успел. Так, я тут, короче, этот... башни по нейтралам все-таки не стреляют, да? Это грустно. Да, башни не стреляют. Я забываю все время. Здесь меньше голды с нейтралов, поэтому чуть сложнее, может быть, играть. Приходится контролить просто как бешеный. Так, все, через атаку идем. Да это пипец вообще, мне тут... Я до сих пор героя не заказал. Я один подвисаю жестко, да? Пипец башни этих. Их колбасит, конечно, нереально. Они такие... Трясутся прям. До этого я только башнями хуманов играл, а тут башни эльфов, они просто... Блин, я не знаю, надеюсь, что сейчас... О, хватило на героя, найс, все, я заказываю героя, наконец. У меня, короче, лимит на один барак на первом тире. Здесь есть тиры, в отличие от Кингдома. Так, ну все, сейчас... А, ну я даже не знаю, что сейчас героя... Не, героя еще долго ждать, я тогда, наверное, все-таки крипа сейчас добью. Ну, то есть он чуть-чуть опыт не получит, но опыт это последнее, что очень меня волнует. Проблема в том же, что здесь принц не хочет танковать, хотя он достаточно жирный, но его не бьют. А он ну, не типа... регенит-то, им не надо танковать, по идее. У него 0.2 регена в секунду. Если... Обилка отбилится. Мне да, очень приятно, что у гномов есть точка, где мортира, которая бесполезна, если к ней подойти слишком близко, она просто не стреляет. Имба какая. Так, ну что, я сейчас наконец первую точку дозахвачу. И первую, сделаю дома. Блин, я не захватил точку под базой, я нубас! Вадим нубас. Жесть, такая, такой дебаф. Слушайте, ну я вас сейчас... Спамим. Я сейчас вторую точку захватываю, а потом первую. А, вот, давайте, ребятки. Спамим хэштег Вадим нубас. Да, я не построил. А, но с другой стороны, так что, все равно здесь же... А, зато я сейчас на первой точке построю лесопилку. И лесопилка у меня будет под защитой базы. Скиллуха, мне кажется. Блин, очень удобно было в другой версии, что казарма апалась в казарме, блин. А тут в городе, в котором и так куча грейда... Нет, казарма апается в казарме. Не, я имею в виду, что... А, левелы казармы. Левел, да. Не обилки. Хотя здесь дерева-то особо нету, блин. А у меня у гномов. Я орками играю, у меня, насколько понял, у расы орков есть типа
пассивный доход дерева или что? Я просто не читал. Я не знаю. Опять врыв какой-то. Штурма. Так, ну что, захватываем третью точку. Блин, я первую точку не захватил. Но это прям косяк косяков, конечно. Ну, ладно. Потеря-потерь? Да, да. Кто лает? Так, что, строю лесорубов, получается. Делаю... Ну да, мне сейчас нужны лесорубы. Но у меня, кстати, дерево по чуть-чуть тоже приходит. Не знаю от чего. Сколько я, интересно, голды потерял от того, что я не, ну, не захватил первую точку быстро? Кто знает? Около сотки голды, я думаю. Не, ну чуть больше даже, 125 там. Но учитывая, что вначале-то, блин, ты это все золото, ну, дальше в инком пускаешь, это, конечно, обидно. Ну, смотри, если ты рудник строишь, и у него же 25 плюс каждому доходу там, Вадим, так что, ну, где-то 4 дохода, ну, где-то сотка, да. Ага. Ну ладно, ничего. Может чуть больше. Нет, не больше. Так, что, построил работяг, работяги рубят. Но, блин, работяги здесь дальше от леса, так что гениальная идея оказалась не такой уж гениальной, к сожалению. Так, о, здесь какая-то халявка, здесь никого нет. Хорошо. Так, ну сейчас я тогда, короче, что получается? Сейчас, во-первых, полтинничек накоплю, построю еще рудник. Ой-ой, героя что-то... Героя забирают. Так, что разведка-то у нас докладывает? О! Разведка ничего не докладывает. Это хорошо, так. А, блин, живи, чувак. Так, сюда уйди, а потом... Меня воруют деньги, скотина. Кто у тебя воруют деньги? Тибериан, блин. У меня, кстати, тоже Тибериан приходил. А он где вообще обитает? Он мне справа откуда пришел. Ну, какой-то разбойник, но я не понял, кто, что за разбойник. У меня договоры. О, Меджабуля, привет. Блин, я что-то лагаю, пипец. Ого, тут что-то штормовские войска, огромная пачка. Ну, гномы быстро полодятся, я бы сказал. Так, ну у меня герой такой, типа, дамагер. Но здесь, кстати, я так понял, что героям не идет бонусы к атаке. Не идут. Это плохо. Текс, а уже у принца, наверное... О, у принца уже есть реген. Найс. Прям хорошо. Я уже им воспользовался. Нифига. Я уже собираюсь строить второй этот... Торговлю вторую. Торговлю? Ну, торговля это за 300 дерева, 300 голды. Вторую? У тебя уже одна есть? Еп. Нифига, откуда у тебя столько денег-то? У меня же гномы, они добывают голду по 5 с рудника, такого, который сам, ну там, кристаллы за ману достаешь, в него кладешь строителей, они начинают добывать. У них обмен золото к дереву один к одному. Да, я дерево очень легко могу обменивать, типа, ну, за золото, 150 золота, 150 дерева равно. Поэтому мне не нужны никакие лесопилки. Гномы и ба, короче. Че, го, подеремся? О, нет, как же так, не видим... А, стоп. Невидимый, реально. А что такое? Что такое сильный-то? Ну, я отведу принца назад. Не решил его покусать. Он слева снизу живет там. Кто там, кто там? Ё-моё. Тибериан. Так. О, Тибериан поджимает, отлично. Мне это нравится. Что такое, блин? Песок тут контролит. Чебуля фидить решил, хорош. Давай, фидонь, брат. 20 хп осталось. Да, есть такое. Блин, у меня с деревом 17, жесткие проблемы. А я построил две лесопилки, у меня пассивно идет как от орков. Я вроде как так-то добывается. Нифига ты. Не забывайте колокольчик купить на базе, ребят. А, точно, колокольчик на базе, ешкин кот. Колокольчик на базе. Я героя забыл вообще сделать. Каждый тупит как может. Я сижу без героя, такой контролю юнитов. Думаю, как хорошо жить. Ладно, пойду подерюсь с кем-нибудь. Кто справа живет, ребят? Кто безликий? Безликий, го ПВП. А эльфы есть, да, на карте? Песок-то да. Эльфы. Да. Они же есть, не знаешь? Не знаю. Гляну.
Так, колокольчик. Колокольчик 375 стоит, пипец вообще. Так, третью торговлю можешь поставить? Третью торговлю? Пипец, конечно. У меня 106 дерева, еле-еле. Короче, гномы, наверное, в этом плане очень сильные. А что надо сделать, чтобы захватить город? Ну, и сломать его или принца, да. А, то есть, ну, типа, повоевать с башнями, короче, самое такое, да? Да-да-да-да. Интересно, смогу ли я мясом Т1 просто вынести нафиг этого безликого? Меджабуль, хочешь, не будем драться? Ну, мы тут рядом. Окей, давай драться. Ну, я не сказал, что нет. Давай не будем драться. А где мои войска? Ты песок... А, они вот они стоят. Её просто... Ну, не песок всех убил? Я их всех убил. Нет. До последнего. Нет, не ври. Бля, мне приходится войска держать около, блин, портала Меджабульного. Внутрь не зайдешь, у него там, блин, эти стоят. Куча юнитов. Шадо, сейчас, надеюсь, не будет каких-то от тебя врывов в спину в самый неподходящий момент? Ну, я сейчас сражаюсь, я думаю, нет. Ну, если ты такой невезучий, то будет, потому что, ну, ё-моё. В скольких картах и играх я тебе в спину зашел раза три? В трех. Из трех. О, да. Я делаю первую торговлю, кстати. И, кстати, то, что мы не поняли в прошлый раз, что здесь получается, что очень сильные есть здания... Ой-ой-ой-ой-ой. Очень сильные здания, типа лагеря наемников. Так, на точках, которые строятся. То есть, соответственно. Живи. Ты чё? Блин, они... А герой воскрешается в главном здании, да? Ого. Я не уверен. Вот это мы. По-моему, да. Так. Ну что, строим торговли, чтобы были бабки. Так, а торговлю апнуть нельзя, да? Ну и ладно. Начнем же. Более, может, ты просто принца выведешь, и не будем с тобой в этот мучиться. Фига. Предложения такие. Ну, типа, я ему сейчас вот рабочих ломаю, лесопилку. Он точно не отобьется. Может, он отобьется, что ты его недооценишь. Да блин, куда вы лезете-то, дурачки? У меня типа 60 лимита, а у него 20 максимум. Помогите мне, Джабули, кто-нибудь. Да, захватите Женю, пока вся армия... Да-да-да, идите Женю ломайте. Только что, что-то у вас... Вы решали там, что драться, не драться. Срочно помогайте мне, Джабули. Так, доход не скоро. Ну ладно, тогда 400 сделаем это. А города, подожди, они здесь не покупаются, они именно захватываются, да? Нет, покупаешь, ну, потом. Нет, ломаешь, а потом покупаешь. Это если там никого не было. Да. А если был человек, то захватываешь. Нет, все равно ломаешь. В любом случае ломаешь, и потом тебе нужно его отстроить. Нет. Да. Точно, да. А может, и да, я, может быть, протупил. Так, ну что, вы идите сюда? А можно героя в базу посадить? Нет. Блин. Да, наверное, можно. Так, может, ты все-таки выведешь это, нет? Ну просто ты, типа, перестанешь играть. Вон он стоит, ты его игнорируешь. Ты его перечки засаживаешь в башню главную, не надо рассказывать, сидит сказки рассказывает. Блин. Да ёшкин кот. Живи, пожалуйста, живи. О, ура, живет. Жесть какая. Как сложно. Нифига себе, бомбочку засылаю на километры. Ой, сдох!
Блин, да что ж так не везет? Вадим, собери. Да, да надо собрать. Блин, писец, тут очень сложно. Очень-очень-очень сложно. Непонятно, куда-то деньги уходят, все уходит. Потеряли. Что-то непонятно. Так, надо собраться. Ладно, пора с памяти юнитов. Пора собраться. Согласен. Соберись, Вадим. О, ничего себе, чего тут остановились-то? Так, ладно, ты давай последний раз помоги своим друзьям. Ой, я кузницу не поставил. Вот это ошибка. Да кузницу пока денег же... А, хотя... Что-то мне резко столько денег дало. Только что рынок прокнул. Ну, торговля. А, она раз в 3 минуты, то есть, типа... Ладно, сдох не вылез, такой слабый. Миджоболи, ты можешь перезахватить точку у себя, которая там? Да. Желтенькую перезахвати. Окей, сейчас. Ну, просто, чтобы тебе она... Мне-то она зачем? Ну, не то, чтобы не зачем, но просто, чтобы тебя не ограничивать. Какой а как мой герой сдох? А ты через атаку направил на героя. А, блин, я походу своего героя бил, а не башню. Красавчик, красавчик. Так, блин, я тут очень много времени потратил, непонятно на что. Так, ты давай строй тогда кузницы. Интересно, если я свою точку захвачу, что будет? Ничего. Если ты ее просто перезахватишь. Блин, у меня тут парень под базой, мне тут не нравится. Если что, я ударил своего, чтобы меня башня не била. Это механика Варкрафта. Если кто из зрителей будет недоволен мной. Так, что там, кузница? Дерево, кстати, дофига. Да, маркет очень много дерева дает, конечно. Маркет дает безумное этот количество дерева. Просто... мразотная история. Он просто приходит, у меня пачку юнитов и делает нейтральными. Ну просто... Это вообще бред, у него долгий кастайм, ты можешь просто вывести оттуда. Он кидает на область и кастует 3 секунды. Если ты юнитов отведешь, то... Я вот этого не видел, поэтому... Вот это... можно сглазить его, по идее, правильно? Ну да. Можно. У него в КД, скорее всего, не уйдет, поэтому... Это рынок еще есть, блин, денег уже нету. А дерево можно, получается, обратно потом менять на золото. Где? В главном здании или уже нельзя? Или в рынке? А кто сдох? Я захватил. Песка, он, что ли? Он на меня злится. Он на меня явно злится. А? Сори. Я говорю, твое, да, будет? Ну, да, наверное. Окей. Ой, у тебя тут. Что-то так долго здание ломается, пипец вообще. Вот это почему твое, как оказалось вообще? Я захватил. Ты молодец, захватил. Так, свитка тут нету. Можно дерево менять на золото в итоге или нет? Да. Можно в рынке, по-моему. О, блин, точно, взрыв же всех юнитов ломает, я забыл. Я, по-моему, первый раз в этой версии захватываю главное здание. Ну, я красавчик, в скобочках нет, у меня просто 3 пачки юнитов сдохло. Ну, такое бывает. И герой. И такое бывает. Ладно, пофиг, сейчас быстренько восстановлюсь. В принципе, тут юниты быстро восстанавливаются. Специально против геноцида. Все продумано. Так, когда там уже с рынков что-нибудь придет? Так.
И надо, конечно, качать еще изучение магии. Косяк, что я это не делаю. Вот скотина. Перехватил мне нейтралами, сделал, пока я отвлекся на минутку. С ним дерешься. Ну и оперный театр. Ну я за ним пошел, он охренел. Правильно, ломаю его нафиг. Так, на что деньги тратить? А, ну сейчас как этот, как с рынков придет, все будет нормально. Ну что, ливнул, что ли, сразу? Не ливнул. Ну, нафакашит немного. Ну ладно, я воспользуюсь его войсками и нападу на этого. На бандоса. Блин, когда у тебя много рынков, очень долго ждешь этого. Ну, вы поняли. 3 минуты. Да. Такс. А, тут 100 лимита, а не 150, блин. О! Что такое? Да я только сейчас увидел, что мне на базу пришел говнарь. Пытаться снести меня. Прям говнарь? Ну, это да. Максимум токсика. Что-то шторм. У меня контролы заканчиваются. А, того до 9. Я что-то зависаю, я не могу понять. Контролы заканчиваются? Ну, Роб, конечно, клёв. Нейтралы взрываются, нет? Да. Да. Как взрывать-то, я не знаю. Но база когда ломается? У меня нету взрыва. Когда ее ломают, она просто взрывается. А, это да. Блин, не могу, прикиньте, захватить базу нежити. Жесть какая. Ой, что-то шторм лагает. Кто-то его захватит. О, ура, он подключился. Почему Женя-то? Ну просто что за хейт? Не знаю. Потому что хейт разгонок. Ну, ты хорошо хейт. Играешь в эту карту. Ну. Я захватил Меджабули, типа, у меня есть союзник. Который сильнее меня сейчас, чтобы вы понимали. Жалко, что тут нету этого предательства к той карте. Экс. Ой-ой-ой, что-то у песка тут пипец воинов. Если было предательство, я бы тебе эту базу не отдал. Ух. Врыв так врыв, конечно. Драка, ну, да. Так драка. Но зато геноцида не будет. Или будет, кстати. Что ты такой сильный? Ну, не знаю, у меня грейды. У тебя нулевые грейды на атаку, по крайней мере. По крайней мере, то, что я увидел, у тебя нулевые грейды. Текс. Ого, а здесь кто? А здесь Меджабуля? Блин. Меджабуль, может, не стоило их агрить на себя? Туда бы сходил. Да-да-да, может, не стоило агрить на себя? Они, короче, как сказать, я захватил одного, они, походу, с этим бандосом вместе, и... Чел просто не помогал мне, пока на меня бандос нападал. Я пока лагал. Грустно. Очень грустно. Жесть, конечно. У меня герой прокачивается просто как бешеный. У Тибериона где-то 30 этих лесорубов, которые рубят ему лес. Их всего 20 максимум. Я не знаю, но их очень много. 25 ладно, их максимум. 20. Я не буду считать каждого, тут много. Жень, на тебя идет огромнейшая армия, Женя, просто. Он бежит в инвизи, он сейчас кастовать будет. Ну, прям сзади тебе в спину уже заходит в инвизи, он уже кастует обилку. Беги. Уходи, юнит вверх. Ну все, жопа. То, что он в инвизи может кастовать, это бред, конечно. Такая себе история.
Что, тут вроде нормально, тут вроде нормально. Хотя ладно, нафиг тут башня-то, лучше тут так построим. Так. А, ну тут один, тут первый грейд удваивает атаку, я понял. Ну тут надо делать... Ребят, у вас, против вас два игрока есть уже, так сказать, Тиберион перехватил меня и убил. Ничего себе. Ну прям совсем, ну я не вступил в его отряд, потому что тупо лаги. Полбитвы я зависал. Так, что тут? Вроде нормально. А, база со второго раза кидать. Ломается? А, нет, не ломается. Дерева пипец не хватает, блядь. Конечно. Я понять не могу, а как вот дефаться против чувака, который в инвизика стоит? Типа нет же даже камня, да, на инвиз? На анти-инвиз. По-моему, есть, нет? Нету. Башня точно видит анти-инвиз. Башни... да. Нет, не видит ни хрена. Там грей? Башни, которые ты строишь в грей. Кружочке. А, ну может быть. У меня меджиболи забирает, блин. Да уйди, отмени ее нафиг, дай ему, это моя башня. Можешь захватить обратно, если хочешь. Чего? А я не знаю, ты сможешь только или нет? Блин, а сейчас, а когда геноцид через минуту, блин, у меня 124 лимита. Срочно драться. А, ты можешь захватить? Ну ладно. Можешь этот, тогда башню что ли захватить тоже и сделать из нее нормальную точку? А башню не рассеять, лол. Я вызову туда ополченцев. А, я вызову ополченцев и в бой отправлю. Гоу сюда, гоу сюда, там скоро геноцид будет. У меня юнитов 18. Подожди, пожалуйста. А, ну ладно, займись тогда пока чем-нибудь. Шадо, они нежить забирают, нет? Нежить? Угу. Так, подожди, я не знаю. Вот где моих юнитов обратили до этого? Я не вижу здесь. Нет, нет, не забирают. Я, так сказать, предатель. А, мне героя, да. А, мне героя захватили. Ёшкин кот, я думал, что такое? А, вон они, они тут. Пошнулся куда-то. Вадим, беги героем, Вадим. Блин, убили его, все, ладно. Я не добил, я не справился. Меджабуль, тут война. Я вижу. Тебя просто юниты фигней занимаются. Давай отойдем, может, потому что мы между двумя стоим, Вадим. Да, ну не знаю, мне просто надо это, у меня, ну, геноцид скоро. Все, никого не убьют. Ну, ты можешь отойти, а мне надо слить юнитов. У меня 99. Жесть, у меня юниты, конечно, просто убивают всех. Лол, это прям как это, по тактике Цезаря, о, герой убивает, песок. По тактике Цезаря, что типа его со всех сторон окружили, он потом, он всех сломал с двух окружающих его со всех Тиберион... сторон. Тиберион, которым вы деретесь, прокачанный, у него, он знает, как собрать морозное кольцо какое-то, которое дает 15% ауры в холоде, мана реген, ману и вампирскую сферу, которую... Блин, я героя там... не воскрешаю, но я не красавчик. Морозное кольцо покупается в рынке просто. А, у меня нет лимита на героя. А. В рынке, да? Фух-фух-фух, ура, мне чуть героя, чуть юнитов убили, я могу этот героя построить. Я у тебя по КД оставляю, блин, этих. Песок, можешь любые точки захватывать, какие видишь. Юнитов, он. Куда-то идут постоянно. Офигеть, он дерево в нейтрала превратил. У которого грейд атаки выше. Ну и ладно. Так, чё, почти доделал я грейды. Не, не доделал. Блин, в итоге, хоть у меня было много лесорубов, но все равно нифига у меня дерева не хватает, на удивление. Чё, песок, гол доламывать их. Ого, у меня юниты уже из портала выходят, сзади до него нападают.
Мальдюболь, ты не хочешь доход? Доход да поднимать? Что ты? Бабал? Что-то понять не могу. Я понять не могу, что делать, если честно, в этой карте дальше. Драться. Типа... Захватил раба и пушен. Чем больше рабов, тем лучше все. Ну, классно, но вот мы с Меджабулей... Серый кастует внутри вас обилку, там сейчас в половине жопа. Где он там? Видимо, внутри... А он бакета. Умер. А где тут база какая-нибудь? Куда можно напасть? Вниз и влево пойдешь, найдешь базу. Ой, у меня работяги тут бегают. Знаешь, такая база, у которой много стен. Такие, на горе стены, типа. Магер, маленькие. Магер, что ли? Я о, рудник знаю. Тут есть. Рудник есть. Не магов. Не. Маги внизу. А что, влево идти или вверх, или куда? Вниз иди. Ниже портала. Потом следующий поворот налево и налево. Все, это найдешь его. Окей. А, вот, на горе, да, то что? Да, такой замочек. Замочек. Так, ну что, идем, пока тут геноцид не геноциднулся. Я постоянно дерусь, но у меня 140 юнитов. Если у тебя три базы своих. Если ты вынесешь его базу и убьешь его принца, то все, это... Делиться надо было в один. Мою базу ты захватишь, еще вот одного... То, ну да, рабасина. Наверное, надо было ту базу тебе отдать, что ли. Но я ее уже захватил. Башни сломай лучниками. Да, он бежит героем, он кастует обилку. Отходи, Вадим, отходи. Он умрет. А, он умер? Ага. Он не умер, ты даже не герой бил. Да не, там другой герой умер. А, другой герой? Ну, другого не видел. Что происходит-то? Меджибуль, не вздумай вот это мое захватить, пожалуйста. Вадим, а будь осторожен с героем, да. Я вроде. Где все мои юниты? Вадим, строй меньше торговли, строй типа сильнее здания. Всех перехватили уже, всех сделали нейтралами. Сверху, чувак. Да, я вижу. Башня сильная. 34 хаоса атаки так-то. По трем целям. Это мало. Ну, знаешь. Ну, тут 100 юнитов, у каждого по 60 атаки. Не знаю. Что они бьют явно помедленнее башен. Нет? Да. Ой, герой убивает. Хотя вот критующие мужики, да, по 80 атаки пожестче будут. Жесть, герой живи. Эх, герой сдох. Блин, 158 лимита, у меня не скоро. Убей. Что-то вообще. Да. Ты башню строишь сразу же на его фундаменте? Где? А, ну, вы фундамент захватили, почему? Надо строить сразу. И убейте щупальца, не дайте им захвату. Твою! Что такое? И на следующей оно башне тоже взрывается, строишь. Оно взрывается, я... Да. Ты сам же говорил. Я забыл. Я спрашивал, ты сам. Вторую башню, Вадим, строй сразу, чтобы ему тяжело было. Чтобы ему приходилось отвлечься на это. Герои сняли, молодцы. Да я вообще-то не контролю, я же еще дерусь на втором фронте. Вадим, как только ты уничтожишь его, я тебе 6 тысяч голды и 7 тысяч дерева пришлю. Да у меня 6 тысяч голды. Я предатель. Он ресурсов от меня не получится. Почему нет? А, Женя, да. Ну ладно, не буду, хорошо. Лол, мои... Я просто сам строиться не могу. Мои вспомогательные отряды сломали это, Женин клан. Просто там просто я еще был, там я был, не надо. А, ой, ну сори. Блин, я 100... Как построить лимита, если у меня 174 лимита? Вадим, никак, ты не можешь строить лимит. В этом и смысл. Жди геноцид. Мне кажется, главные базы должны давать лимит. Да, наверное. Было бы здорово, если бы они давали лимит какой-то. Но это было бы очень имбово, на самом деле, нет? Ну да, типа... Не, ты... ну просто чтобы на герой был отдельный лимит какой-нибудь. Жесть, у меня просто часть тут сражается, часть там сражается, но у меня всего 200 лимитов. Магов слева, завалите здание магов слева. Они очень сильные. Да, уже, наверное, главное здание надо ломать. Да, оно какое-то прям прочное, не знаю. Жесть, мы тут все ломаем. А, тут песковый герой получается. Ну, мой герой родится, видимо... Я дерусь на два фронта с четырьмя игроками вместе с песком, но у меня 200 лимита, я не знаю. Их количество лимитов... Не можешь потратить их, да. Ну сейчас геноцид все расставит. Вадим, не ломай базу. Не ломай, да, она лопнет. Окей, быстро, гаси... Отрядом снизу, гаси принца. Отрядом снизу. Принца, пока он убежал. Убегает. Вот он, вон он бежит. Песок, а тебе нужна база? Он бежит, если ты его сейчас не поймаешь, то все, это ГГ. Рано. Неприятно будет очень. Жесть, смотри, песок, принц уходит. Или убегает. Я вообще его. Не там. Окружайте его. Тут куча юнитов, Вадим, контроль, ты сможешь. Героя у него больше не будет, так что главное препятствие убрали.
1500 урона осталось ему нанести. О, у меня какой-то огромный гнолище. Сильно... А, он бежит... А, не, не, он сдается, он бежит прямо на твою базу что-то. Да нет, он в портал, наверное, бежит. А, в портал, да. А, ну как раз поближе к моей базе, видимо. Умришь ты уже. И убегает, и убегает, и... Ой, а что ты убил сделал? Герой резнулся, он резнул вместе другому герою. Он нейтральными их сделал. Он в другой замок ведет, срочно, Вадим, срочно, если ты сейчас его не прихватишь, он в другом замке. Да что, ну мы все равно потом его в другом месте снесем. Да не, ну жопа какая-то, не знаю, так как геноцид был. О, геноцид был, я могу героя построить. Да, он его... А, геноцид все зарешал, ясно. Он, короче, увел его в замок, где я жил раньше. Блин, ребята, вот тут надо что-то сделать. Тут еще, блин, этот, Женя, конечно, напал, когда мы с этим дрались в тыл, но ничего, мы вроде тащим. А он его в замок не посадил, Вадим. Вот этот, может, убьешь тут лесорубов на халяву маленьким отрядом? Вадим, тебе нужен отряд, который 700 урона быстро наносит. Каждые 90 секунд спавнится сильный юнит с этого, с лагеря наемников. У меня два таких было. Да блин, диверсант все запорол. Текс, а что надо купить здесь что-нибудь? Текс, вы все сюда? Надо тот город дозахватить, песок. И не дерево. У меня чел что-то ворвался в базу. Дерево скинуть сейчас? Я могу золото еще скинуть, надо? Золото не надо, дерево надо. Блин, тут щупальца какие-то вонючие. Пипец, конечно, у меня герой 16 левела. У меня максимальный герой уже, я не могу колокольчик нажимать. Лол. Жесть, герой у него, конечно, очень жесткий, Вадим. То, что он делает нейтрально. Чего? Он на мою базу увел героя, но он его не посадил в замок. 700 хп. Да надо вот тот, я хочу тот замок захватить все-таки. А потом... Я не знаю, о каком замке речь. Просто говорю, ну, как... у меня в гномах 700 хп стоит. Ну, это, во-первых, не совсем честно. Ой, а тут что-то мне на базу какой-то врыв идет. Как бы тут не отдаться. Я думаю, что под башнями не отдамся. Блин, тут надо как-то там еще... Там маленький отряд. О, сейчас можно за золото что-нибудь купить дорогое. Фростморн. А, нет, дерево, блин, все дерево раздал. А что за деревья такие, блин? А, это с этого... Блин, жестко. Блин, видимо, сюда нужна помощь, что ли? Я не знаю, мне сейчас как главное здание снесут, будет смешно. Я ТПшки нету? А, блин, у меня есть посох ТПшки. Ну да, с героем-то я отобьюсь. Ну тогда сейчас вся моя братва пойдет назад, что ли? Такие себе новости, ну ладно, пофиг. Ладно, хотя бы зато базу отобью, нормально. Так, надо купить еще маны. Да, посох телепортации тема. Куда все бегут-то назад? Ладно, куда-нибудь уже бегите. Сейчас главное здание опять сломаю. Знаю, песок, тебе ты захватишь этот город или мне его опять захватывать? Захватывай ты. Просто, блин, не четвертый город, конечно. Только геноцид кормить. Смотри, тут что-то врыв какой-то. И Джабуля напал в спину и от этого залагал. Да. Мы деремся 2 на 4. Это как-то не по-товарищески. Хотя можно сделать этот уже. Блин, ну лол, меня забрали. Okay. Песок красавчик. Okay. Ну, у песка грейды, я что-то про грейды забыл, если честно. Думаешь, их обсуждали-то уже? Меня так Вадим спушил, да? Не, ну грейды это сильно, да. Грейды много чего дают. А, Миджабуля уж у Китарика был. Ну да. Да. Мы типа вдвоем были, да.
А, ну не, песок, мы вообще с тобой красавчики вдвоем четверых забрали. Одновременно, причем, не по очереди. Но у нас баз больше. У тебя одна. Или у тебя еще? У тебя три. Важно, четыре. Так-то факт. Так я не знаю, мы сначала подрались с этим, с вором, потом вы пришли, вора забрали фактически, поэтому... Не знаю, с кем там подрались. Я что такое? А, я все-таки сделал ульту. Только щупалец этих чертовых. Так, ну ладно. Че тут еще кто-то со мной дерется? Деревья, они, конечно, ходят так медленно. Это пипец. Не, ну на нас двоих-то вы сами напали. Мы в то время, когда были глубоко и далеко в тылу у этих, вы на нас напали сзади, но песок... В смысле, мы там живем? Не, ну в смысле, вот сюда вот, эта точка. А у нас тут проход вот, единственный. А. Ну, мы Б. Ну, вроде все нормально. Не, карта вот мне прям понятно, как играть. Вот как в кузницу понятно, как играть, так вот в эту понятно, как играть. Пока рандомные люди с Ириной, которые нам попадались, конечно, им было тяжело с нами. Хотя вот сейчас чуваки жили. Ну, последние остались. Фикс. Блин, геноцид, скоро все сдохнет. Нет. О, найс, у меня ульта третьего левела. Блин, 38 секунд. А, ну надо этот, надо базу забрать, короче. И тогда... База будет... не взорвется это? Чего? Взорвется база это? Взорвется, да. Но у меня, если сдохнет 96 лимита, то у меня не будет геноцида. То есть, это гамбит. Ой, как все зависло. Да. Блин, а у меня 187 лимита. Понятно. Привет, геноцид. Да. Блин, жалко, не хватило дерева на Фростморн. Я хотел, типа, этот чисто с Фростморном нам тащить. А, блин, я только сильного юнита выделил, а у меня геноцид, блин. А деревья все еще идут. Офигеть, у меня герой! Смотрите, как герой наваливает. А, блин, его замедлили, гады. Вот, смотрим, что-то так себе. Что-то, ну вот. Пока сильно так себе. Так, надо Фростморн купить. Дайте кто-нибудь косарь дерево пожжи. А, я могу купить ее сам. Себе могу позволить. Так, ну-ка. Фростморн жаждет крови. Плюс 167 урона. Вот это да. Типа. Две арчи дополнительные, считай. Всегда с тобой. У меня ульта на 100% повышает скорость атаки. Ну, такое, конечно, захватить там 3 патчи. Ну, 4 уж, давай будем честны. Я говорю 4. Гнол надзиратель. Ого. Ускоряет скорость передвижения всех войск. А, у него активка. Автор обманул, получается. Есть активки. Они сами нажимаются. А, нифига. Так, ну-ка. Ладно, давайте, смотрите дубль 2. Блин, а тут все рассеялось, все сдохло. Кого бить-то? Вон, смотрите дубль 2. Шерех, шерех, шерех. На. Нет, смотрите, вообще жарю, не? На. Зачем? Вон, смотри, как он... все, уже не на. Король воров убегает отсюда. Позорно сбежал. А где? А принц, интересно, где? Ого, а тут какие-то крутилки происходят, это что такое? А, это еще их база? Еще база ничья. А, нейтральная, Женя реванш делает. Я эту базу не смог захватить, там слишком дохрена юнитов было. Ну-ка, здесь я взорвусь, интересно. Ты их под башен вывел или нет? Кого? Юнитов. Я сдох! В воде мы не людей подавали. Нет, там просто неудобно, они дальше вот этого момента не ходят. Фростморн, подбирайте, ребята. Чел еще живет, а где он? Я не понимаю, где он прячет-то. У него еще сколько? Одна паза, наверное, где-то есть. А где? У гнома. А,
Мне кажется, может, тут у него кто-то? Нет, там... Вот тут вот, гномы. А, Шаду уже говорил, что на гномах, типа. Смешно, если он выиграет? Гном это вот. Да. Не, ну может он в портал единственное вывел принцессу еще как вариант с тех пор. А, ну да, тут никак не пройти по-другому. И базу снесли. Вот эту. Он отбил обратно. Ну, он отбил? Как это происходит? Ну там взорвалось, не было юнитов. А, сейчас твои деревья придут. Ну это когда-нибудь они придут, да. Блин, чувак очень долго держится прям. От геноцида до взрыва. Прямо скажем. У меня еще типа раса слабая в начале, сильная в лейте. Ну потому что у меня один барак на первом тире, это конечно вообще... Но зато не надо думать, типа, что строить, барак или инком. Потому что барак не построить. Блин, я 216 юнитов. Ну я автору написал... Чего? Дерево. Да, есть дерево. Я автору написал, что не надо так делать, что типа сразу отстроенная база. И он, в принципе, с этим согласен. То есть когда-нибудь в будущем выйдет новая версия, где все будет получше. Мне кажется, нужно как-то... Чтобы ты не захватывал базу, а захватывал игроков. Так интереснее. Ну просто. Не, ну типа нейтральную базу хочешь захватить? Ну, то есть мне кажется, если у тебя противники типа сидят под башнями вблизи, то у тебя есть возможность типа драться с нейтралами. Но драка с нейтралами не дает. У кого-то есть рядом нейтралы, у кого-то нету. Ну, для этого надо сделать карту побольше, чтобы, ну, можешь специальные нейтральные базы. Ну, как в Варкрафте, типа, у каждого стандартом есть, у каждого есть экспанд. Типа. Да, то есть карту надо генерировать, а не, ну, местоположение, точнее, генерировать. Ну да, просто... местоположение генерировать тоже хорошая вещь. Ну, и просто чтобы сбалансировано было, то есть у каждого есть рядом нейтральная база. А где принц-то есть? А, вон принц. Свалил в угол. Не, вон сидит. А, это герой. Бедный принц. Ну офигеть, он уже почти сдох. Гнолы бешеные вот эти вот, конечно. 1000 хп. Хотя вот у обычных героев 820 хп. У них атака герой. Ну не знаю, я бы не сказал, что чуваки с лагеря наемников что-то прям такое адовое. А где у тебя чуваки с лагеря наемников? Ну вот гнолы с аурой. Покажи мне. Ну аура, во-первых, это как бы основной смысл. Аура имба. Смотрите, если умирает гнол, то остальные гнолы пожирают вокруг. На 70. Это офигеть. Ну-ка, давайте проверим сейчас. А, еще и это ускоряет скорость передвижения всех своих войв в 2 раза. Тоже сильно. Да. Так-то. Блин, попробуй этого гнола добить, конечно. У меня, например, у деревьев. У меня тоже типа деревья. Вон, все выхилились. Ага. Ну, они, правда, были фулл хпшные. Ну, да, получается, то есть надо в лейте строить... Прикольно, что вначале ты строишь рудники, потом ты строишь торговые компании, а в конце в лейте ты переходишь в лагерь наемников. Забавно. Да, мне кажется, даже не в глубу. Я вот если бы грейды сделал, у меня было 2 здания с древами уже, когда ты на меня нападал. У меня была пачка деревьев. Если бы я грейды сделал, я был бы, мне кажется, сильнее тебя. Наверное. Ну, я-то очень много денег потратил в эти грейды, и рано их начал. Ну, я с 4 кузнец их клепал. У меня экономика была лучше, мне кажется. Да. Я вначале плохо было все. Получается... Ты тогда расстроился, что ты первую точку захватил второй, а я в тот момент только первую точку и захватил. У меня просто лучницы эти, они, у них магический урон, и они по единичке наносят этому кругу. Так не, у меня же типа один барак, но в качестве компенсации 3 юнита есть. Я должен, наоборот, самым-самым первым захватить первую точку. А со второй, типа, мне, наоборот, хуже всего, потому что у всех по 2-3 барака, а у меня один. А я вторую, типа, потея, контроля... Не, вторую ты еще захватываешь первым бараком и героем, мне кажется. Там еще такое. Ну, мне сложновато, потому что у меня один барак, а у кого-то 2 барака, а примерно юниты более-менее по силе сравнимы. Но мне нравится, войск убито, у меня 1260, дальше ты 700, и дальше уже Тиберия 400. Да. То есть мы с тобой, получается, команда убила больше, чем вся остальная карта.
Ну, у нас денег было много, мы богатые. У нас баз было много, да? У меня была одна база, но я уже все равно много. Да, да, да. Не, ну ты, получается, сильный. Ты очень сильно на Женю пошел, получается. Мы там, я пока доколупывал этих. Я досмотрю, я 1,5 пачки отправил, а мы уже до базы идем. Думаю, что-то не так вообще. Ладно, всем пока.